17-летний подросток, находясь по предположениям очевидцев в состоянии алкогольного опьянения, забросал прохожих стеклами. ЧП произошло в многоквартирнике по улице Максима Горького. Обстрел школьник устроил из окна собственной квартиры, предварительно разбив оконное стекло. На уговоры остановиться он отвечал матом и угрозами. Успокоить дебошира смогла только полиция. Подростка задержали и передали медикам.